супергерої сьогодні в нашій студії. Це денний ефір. Ми його розпочинаємо. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. Отже, сьогодні поговоримо про проєкт, який називається «Шкільний супергерой». В нас тренер та організатор проєкту Ігор Петров, Ганна Ващенко, координатор проєктів благодійного фонду «Пчолка», Вікторія Падукова, учасниця проєкту та учасник проєкту Артем Бойченко. Доброго дня. Доброго дня. О, я так люблю, коли в мене в студії одразу ж хором. Це значить, що гарний настрій, це значить, що будете зараз розповідати, хто ж таки супергерой. Ну, насправді, супергерої, вони мають бути такі організовані та із гарним настроєм. Розуміється. Ми також дуже раді вас привітати в цій студії. І наверняка вам подобається, що у нас опять в студії з'явились тенісні м'ячі, дуже ракетки. Дуже подобається, так. І сьогодні ще тут з'явились прекрасні ребята, участники нашего проекта «Школьный супергерой». Это из нашей первой школы, 120-й, это вот Артем и Вика. Это ребята, которые лучше всех прошли теннисные конкурсы. И теперь мы привели их в студию для того, чтобы ребята могли пару слов сказать о том, как они тренируются и вообще, как проходит наш проект. Егор, я обов'язково запитаю в них, але хочется все ж таки, чтобы вы розповіли про сам проект. Як трішечки. Ми вже говорили про це, і ви про це щойно згадали, що знову в нас ракетки з'явилися. Тільки минулого разу, хочу нагадати, ви мені сказали, що я наче пательню тримаю. А, ну, да, було діло, я пам'ятаю. Підбивала м'ячики, намагалась виглядати. Ми можемо сьогодні на передачі перевірити, як змінились ваші навики ігри в теніс. Як я натримувалась, так? Отже. О, це ви приходили до іншої школи? Ну, от ми можемо вже бачити кадри, как наша команда South Coast Tennis Squad посещает школы нашего города. Это Вика, да, мы были уже в другой школе, и ребята, которые стали победить. Вот мы, кстати, можем видеть, что не очень большой спортзал. Я не помню, по-моєму, це 21-я школа у нас була, 60-та. А їх було багато вже. Ну, в рамках цього проєкту ми вже успіли посетити 5 школ. З дітьми, які в цих школах приходили і участвовали в нашому проєкті, ми провели ряд тенісних конкурсів, відбрали самих талантливих і способних і пригласили їх на тренировки. В рамках участия в благотворительному проєкті «Школьний супергерой» ми пригласили їх на тренировки з нашої команди. І все ж таки, ми ніяк не дійдемо до сутності самого проєкту. Тобто, шкільний супергерой – це? Школьний супергерой – це, прежде всего, марафон большого тенісу. Він продовжується в течение учебного школьного года в школьних учебних заведеннях нашого города. І із кожного учебного заведення ми вибираємо двох победителей. Вот в даному случае Вика і Артем, вони представляють 120-ю школу на цьому конкурсі. І коли перші 8 школ проєкту будуть повністю обработані нашою командою, ми совместно з Одеською обласною федерацією тенісу проводимо турнір на звання цього супергероя. Героя. И победители этого турнира, они будут награждены особыми призами и получат путевки для развития в таком большом виде спорта и сложном, как теннис. Пропоную подивитися відео, яке в нас є. Я знаю, що ви взагалі цей марафон проводите ще і знімаєте його. А, розуміється, це медіапроєкт в Інстаграмі, всі це можуть бачити. І зараз ми посмотрим презентаційне відео цього проєкту. Давайте. Свою школу впізнали там, так? Да. 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 Так. Ну, розкажіть, як ви потрапили в проєкт і взагалі, чи полюбляєте ви теніс? Да. Да. Чесно кажіть. Да.
Вірю. Вони насправді найкращі, так? Да. Ну, нам зараз складно виявити найкращих, тому що з кожної школи ми відбираємо двох самих лучших. Вони вже є, грубо говоря, лучші із лучших. А так як теніс – це доволі складний технічний вид спорту, то… Це привіт мамі був ще. Да, привіт мамі можна передавати. Так як теніс – це складний вид спорту, то ребятка, які проходять всі наші тенісні конкурси і попадають нам на тренировки, вони вже самі по себе талантливі. У них уже хороший баланс, координація, реакція, і вони доволі сообразительні. Ці ребята, тому вони всі самі лучші у нас зараз знаходяться на проєкті. Ані, розкажи, як благодійний фонд «Пчолка» допомагає у цьому процесі? Так, благодійний фонд приймає безпосередньо активну участь у цьому марафоні великого тенісу «Шкільний супергерой», адже ми координуємо саме, ми спілкуємося зі школами, ми встановлюємо зв'язки, спілкуємося з директорами, з вчителями, саме доносимо суть саме цього проєкту, навіщо це потрібно. Адже наш фонд займається не тільки збором коштів для лікування дітей, а ми також робимо інші цікаві проекти. І ось цей проект – це популяризація саме здорового образу життя, так? Це популяризація спорту, щоб діти займалися спортом, так? Щоб вони не сиділи вдома, не тільки проводили свій час грати в гаджетах, так? А щоб вони виходили на свіже повітря, гралися. І ось саме це. І насправді це добра справа, адже дивіться, які гарні діти, і вони мають такий квиток, так? Ви знаєте, мені здається, ісходячи з того, що вони ще й багато говорять тут поряд зі мною, мені, в принципі, здається, що вони можуть бути і телеведучими також. Тенісистами, телеведучими. Я думаю, що їм... Вони, в принципі, можуть бути ким угодно, але в даний момент... Хлопці за камер теж можуть вийти, в принципі, і можуть наші гості сьогодні спробувати. А ви мрієте взагалі самі стати тенісистом? Так. Так? А чому? Що тобі подобається в цьому? Наверное, хоче турнір виграти, так? Да? І кого ти знаєш з тенісістів, можливо, на яких хочеш бути схожим? Ну, вони поки так сильно не освідомлені. У нас з ними проходив поки що тільки один урок тенісу, так називаємо, ознакомительний, де дітей ми знайомили з історією цього виду спорту, показували їм різні картинки, гравюри, як зарождався великий теніс. Ну, на даний момент, щоб дітей мотивувати, їм достатньо було розказати, що победителі турнірів отримують доволі крупні суми грошей. Как вознаграждение. И ребята уже замотивировались. Артем уже захотел выиграть турнир. У тебя какое-то было желание, ты озвучивал. Артем, ось о чем сказала. Ламборгини. Да, захотел себе купить Ламборгини. Либо Бугатти. Вот, неплохие желания у парня. Самая главная идея этого проекта – это дать детям возможность доступа к такому виду спорта, как большой теннис. Все знают, что это довольно затратный вид спорта. Так. А здесь при поддержке многих, скажем так, людей, мне удалось организовать проект, в котором вот эти самые дети смогут принимать участие, и если они будут показывать, что они трудоспособны, что они работают, и дальше покажут успехи в соревновательной практике, то наш проект, естественно, дальше будет развиваться, и совместно с Одесской областной федерацией тенниса мы будем искать пути, как помочь этим детям в дальнейшем прогрессировать и развиваться как спортсменам. То есть это и выезды на соревнования, и снабжение экипировкой спортсмена. И нам самое главное, чтобы самым талантливым и способным своевременно была оказана нужная помощь, и они двигались в этом направлении. Это очень правильно. Егор, ну я знаю, что вы записывали на разных мовах так звернення до разных людей, які могли б допомогти, чи взагалі відгукнулися на ці прохання. Смотрите, ситуация в данный момент такая, что прежде всего моя первостепенная обязанность – это обеспечить работу проекта. Проект должен был заработать, и для этого я ни у кого не просил помощи. Я начал это дело сам. За свои кошты. Естественно. И ребята, которые члены
являются членами команды, они на альтруистических основах в этом участвовали. Координатор проекта, благотворительный фонд «Пчелка», они с радостью откликнулись на нашу просьбу. А Одесская областная федерация тенниса предоставила нам инвентарь и экипировку для тренировок на сумму свыше 60 тысяч гривен. Это очень важно, потому что ракетки и мячи — это дорогостоящий инвентарь. К тому же мячи имеют свойство изнашиваться. Поэтому для тренировок у нас есть все самое необходимое. И сейчас этот проект, он существует исключительно на мои деньги. То есть я себя позиционирую как меценат. Делаю я это не для рекламы, я это делаю для того, чтобы просто подать, скажем так, правильный пример. И это посыл, информационный посыл к другим людям присоединиться. Сейчас мы рассматриваем различные варианты сотрудничества. Так как проект разрастается, мы прежде всего хотим показать, что дети работают, что они тренируются и что они готовятся, что это не какая-то разовая акция или какой-то пиар. То есть проект действительно работает, с детьми находится целая команда профессионалов, они проходят и физическую подготовку, они учатся играть на счет, и некоторые из них особо способные и талантливые, они уже могут показать чудеса большого тенниса. Да, помашите рукой еще раз в камеру. Вот эти ребята, они выступили суперски, еще когда мы только пришли к ним в школу. Вика сделала 17 ударов через сетку с первой попытки. Ребенок взял только первый раз ракетку в руки. А Артем выполнил больше 20 ударов. И, естественно, этих детей мы сразу к себе забрали, потому что это будущие таланты. Ну, правда, Артем расстраивается иногда на тренировках, когда проигрывает. Да, может погрустить. Ну, сразу сдала Артема. Ну, ничего страшного. Насправді всі ми програємо іноді так, для того, щоб більше тренуватися і перемогти. Так? И хотел дополнить один важный момент, потому что разговор прошел про помощь. Сейчас, к сожалению, мы не можем все свое время посвящать этому проекту, потому что все ребята, которые находятся в команде, у каждого из них есть свои заботы, та же самая работа и свой досуг. И я в данный момент планирую создание отдела, в котором будут находиться люди, которые будут писать программы, благотворительные проекты, отсылать их за границу, в различные благотворительные фонды, организации для получения грантов. И моя первостепенная задача — показать, что проект работает, потому что, знаете, как сейчас построен современный мир, если ты приходишь к человеку и к бизнесмену и говоришь ему, что вот дайте мне денег на благотворительность, он прежде всего хочет посмотреть на реальный процесс, куда эти деньги пойдут. А те, кто ходит и разговаривает, и рассуждает, дайте деньги, мы вам сделаем вот такой проект, вот. Ну, естественно, разговорам никто не верит. Поэтому главное дело, главное показать, что ребята тренируются и работают. И на очереди у нас еще находятся 3 школы. После того, как мы еще 3 школы обойдем, мы уже устроим первый городской финал между 8 школами. Давайте нагадаємо взагалі, ось чого все починалося. Ви спочатку організували, ви познайомилися на фестивалі, так? Так, ми познайомилися на нашому щорічному фестивалі благодійності «Дарі добро», який проходить у серпні місяці. Ми запросили Єгора та його команду «Теніс Код» організувати для дітей майстер-клас з тенісу. Вони з радістю погодилися, приїхали, хочу сказати, що цілий день діти були просто у захваті, вони дуже всім сподобалось. І вже тоді, пам'ятаєте, Єгор, да, ми вже тоді помітили, що дійсно у дітей є здібності до цього. І навіть коли ніколи не тримав цю ракетку, навіть я не вмію грати. Але я бачила дітей, які брали ці ракетки, і буквально да, це було дуже легко. І потім у нас зародилося таке, а чому не зробити це і популяризувати це від спорту? І ми пішли до шкіл. З'явилася така назва «Марафон великого тенісу, шкільний супергерой». І ми зараз ще відкриті до співпраці школи, які хочуть до нас приєднатися. Будь ласка, ми... Тобто ще можна? Так, ще можна ще приєднатися. Теж зустрінути у себе, так? Естественно. Ну, у нас є свій определенний план по учебним заведенням, но после того, как пройдет первый сезон нашего школьного супергероя, вот, кстати, на экране мы можем видеть, как проходят тренировки детей. И, кстати, Артем и Вика тут себя тоже могут. Вот как раз Вика у нас играет. Значит, мы для проведения...
Вика, это ты? Да, Вика. Это Вика, да. Вот она отбивает мячи. Это, кстати, наши первые тренировки. Это вторая тренировка, на которую пришла Вика. И уже прошло довольно много времени с того момента. Ребята многому научились. И самое главное, что к этому проекту уже подключаются известные одесские тренера, которые хотят тоже участвовать в этой программе. И нам было очень приятно слышать от очень авторитетных мастеров тенниса в Одессе слова признательности и желание подключиться к этому проекту. И сейчас у нас есть уникальный проект. Даже те дети, которые не станут победителями, но они понравятся тренерам и они захотят с ними работать, то на благотворительной основе, на безоплатной основе уже есть желание принять тих дітей для дальнішого обучення в другі групи, на в другі корти. Це чудово, але, скажіть, влітку, так, я пам'ятаю, що можна було тренуватися на вулиці, а зараз де знаходяться корти? От зараз якраз на ваших екранах унікальні кадри. Це найменший учасник нашого проєкту. Це його четверта тренування. І на четвертій тренуванні малыш вже показує чудеса ігри в теніс. Зараз проєкт реалізується на кортах тенісного клубу «Чорноморець». А теннисный клуб «Черноморец», он является частью тренировочного комплекса, он находится в Отраде. Это уникальный спорткомплекс, там есть два корта с покрытием хард, на которых тренируются и готовятся к соревнованиям на таком покрытии наши одесские спортсмены. Этот спорткомплекс также обладает двумя травяными кортами, на которых детки бегают, они могут спокойно там упасть или кувыркнуться, и при этом не получив никаких при этом особых повреждений. То есть для деток это очень хорошее покрытие. Руководство спортивного комплекса «Черноморец» выделила нам время для этого проекта. Мы реализуем этот проект сейчас в основном по выходным дням. Дети посещают тренировки в удобное время, когда мы сможем всех детей собрать. Вот вы сейчас можете видеть, как их много. Это общая тренировка, в которой принимают участие дети из всех школ. Вот. Сейчас вы видите, что дети довольно неплохо умеют передвигаться по площадке и перебивать мячи через сетку. Также у нас сформировался очень дружный коллектив. Мы делаем очень много эстафет, различных упражнений соревновательного характера. И ребята учатся бороться, они учатся достойно проигрывать. Вот. Если Артем, допустим, расстраивался еще первые разы, то сейчас он играет, на его лице нет и тени расстройства, и сомнения. Это будет классный игрок, мы в этом уверены. Так. И ты тоже будешь играть. Да. Ну, Вика, она вообще у нас супер девочка. Она быстрее всех. Знаете, не пам'ятаю такого, чтобы взагалі був подібний проект в Одесі, чи ось така школа безкоштовна, так, да, для талановитих дітей. Безкоштовно, це головний такий посил, що це посил, що це дійсно безкоштовно і усі можуть приєднатися до цього, але треба мати здібності. Да. Ну, а здібності як взагалі? А дайте сюди. Да, держите. Это вам на вторую попытку. Так, ви мене вчили минулого разу. Да. Ну, я говорив, щоб тільки було єдине пожелання, щоб не держали ракетку як сковородку. Так, а як її не тримати як сковородку? Ну, вообще-то правильно взяти ракетку ладонью сверху, за самый краешек. Да. Так, а ну навчайтесь. Так, вот берите сверху. Все, вот это и есть ваша хватка. А теперь на этой стороне ракетки вы можете спокойно набивать мяч. Розповідайте. Тобто, які таланти мають бути в людини, яка хоче займатися? Артем пас ждет, пока вы ему дадите. Ну, видите, какой парень? Сразу словил мяч на ракету и передал. То есть у нас серьезная команда. Ну, какие таланты? Прежде всего, это скорость. Вик, давай, я тебя парю. Спортсмен должен быть очень быстрым и сообразительным. У него должна быть быстрая реакция. Оп, так, тренер спас ситуацию в студии. Так, главное, детей не побити. Да, главное студию не разнести. Все, можно забрать? Есть, все, забираю. Ну, я прочту немножечко. Да, у нас самое главное качество – это сообразительность, так, скорость, хорошая реакция. Ну, вообще, у теннисиста у него масса требований.
Поэтому быть спортсменом в таком виде спорта, как большой теннис, это довольно сложно и трудиться. Но эти ребята, они показывают успехи, они трудятся, работают над собой. И мы будем вести их дальше. Мы ни в коем случае не бросим этих детей. Мы доведем их до турнирной, скажем так, стадии, когда мы подготовим их к соревнованиям. Ну, за это время я надеюсь, что к нашему проекту, вот с этим мы можем видеть Александра Вариченко, чемпиона Украины. Вот он приходит иногда к нашим детям, показывает им мастер-классы по игре в теннис, делится с ним, скажем так, своим мастерством, советами. Ну, у нас, как вы можете видеть, обстановка на кортах очень дружественная. Но самое главное, что аналогов такому проекту немає. І розкажіть, де вас шукати взагалі ще? Де вас шукати? Так. Хочу сказати, що от насправді дуже цікава історія у цього чемпіона України Вариченка Олександр. Він мені розповів, що він теж його знайшов тренер на вулиці, на спортивному майданчику. Він до нього підійшов, побачив, що він займався спортом і запропонував йому: ану, спробуй, дав йому ракетку, спробую відбити м'яч. І він побачив, що в нього є здібності, він його забрав собі. А Олександр сказав, що, ну, на жаль, у моєї сім'ї немає коштів, щоб оплачувати ці тренування. А тренер сказав: нічого, я все беру на себе, я забираю себе тебе до себе на тренування, і ти будеш тренуватися. І ось виростив чемпіона. І саме цей проект теж направлений саме на здобуття і на вияв саме таких чемпіонів в Україні. Я пишаюся вами, але я хочу якось ще й допомогти. Можливо, хоча б інформація ваша, де ви знаходитесь, можливо, хтось відгукнеться. Ну, знаходимося ми в соціальних сетях, на Фейсбуці, в Інстаграмі. Ну, прежде всего, потенциальные спонсоры и партнеры проекта. А мы, естественно, ждем таких людей. Я уверен, что у нас есть люди с открытым сердцем, которые смогут присоединиться к этому проекту. Ведь здесь речь идет о нашем подрастающем поколении. Дело в том, что эту землю мы оставляем этим детям после себя. И если эти дети пойдут по правильному пути, а это правильный путь, который мы им сейчас предоставляем, то я надеюсь, что очень многие люди поймут это и присоединятся к нашему проекту с целью того, чтобы этот проект расширить и сделать как можно более глобальным. То есть у нас в планах есть и поездки на периферию, то есть сделать так, чтобы не ограничиваться одним городом, а попробовать, может быть, посещать какие-то районные центры. То есть сейчас с Одесской областной федерацией тенниса мы разрабатываем концепцию того, как это в будущем может развиваться. И плюс к этому мы призываем, естественно, тех, кто может оказать информационную поддержку, оказывать ее всячески. Это там в социальных сетях репост, поставить нам просто лайк, зайти на страничку нашего проекта. Вот. И, естественно, мы открыты для сотрудничества, то есть мы приглашаем всех поучаствовать в этом уникальном проекте. У нас скоро будут показательные турниры, соревнования. Мы туда, кстати, пригласим 7-й канал. Чтобы перешли, посмотрели. Там будет много школьников, будут группы поддержки из каждой школы. И будет интересно нам посмотреть, как это будет происходить. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас, за те, що ви робите, хто в нас там рожиться робить. Артем уже, наверное, подустал. Мы так з таким большим трудом. На тренировку. Це чудово. Тоді я відправляю вас на тренування. Ще раз вам дякую. Приходьте до нас ще, будь ласка. Благодарим вас. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. В студії провели його з вами. Тетяна Милимко. Усього найкращого. Всього доброго. Пока.